Варю компот. Варю компот. Вот захотелось компота. Слива. Слива своя, замороженная. Своей дачи. Вот достала, бросила. И добавлю в зависимости от того, как сейчас по густоте посмотрю. Груша. Начала есть грушу, но груша очень жесткая. Начался портиться мандаринчик. Вот мандаринчик. Наверное, вот мандаринчик. И один высок мандаринчик. Вот сейчас все добавлю. И будет у меня компот. Компотик готов. Добавила еще яблочко туда без сахара. Поставила жариться лук. Вечером будет пицца. Будет пицца и сладкий пирог с малинкой. Малинка своя, опять же своя. Тоже достала из морозилки. Уже начинает оттаивать немножко. Нет, не оттаивает, ничего тут оттаивает. Такая малинка. Все, тишина, да, или нет, или будешь все равно скыркать? Могу не скыркать. Сказал, могу не скыркать и ушел. Естественно, хорошо лечь на кроватку и включить YouTube. А я вот тут размазываю соус. Раскатала уже пласт. Вот. И размазываю. Сильно, как бы сказать, особо не заморачиваюсь, где больше майонеза, где больше кетчупа. Взяла обыкновенно кетчуп, вот такой для гриля поострее, майонез обыкновенный ряба. И вот сейчас я просто размазываю. Просто размазываю. В этот раз попробовала побольше сделать соуса, а то как-то делала так, как будто не хватает. Сегодня побольше немножко. Так, куда-то он у меня упал, не так. Тут у меня побольше можно сделать до конца. Так, все. Лёня, так мне на весь сделать лук-то или только на половинку? На весь не делай, да? Вот я нажаривала лук, всегда делала с луком. Но ребенок почему-то, я сказала, без лука. Ну ладно, сделаю половинку с луком, а половинку сделаю без лука. Так. Была половинка красного, поэтому он такого цвета. Мне так нравится с лучком. Очень нравится с лучком. Так. Теперь у меня приготовлен вот такой бекончик. И вот такой. Такая колбаска. Не знаю, тоже какая-то она варено-копченая. Варено-копченая. Тут еще можно бросить и бекончика. У меня сегодня маловато картошечки, ой, колбасочки,
картошки. Так, ну все. Иногда добавляю еще соленого огурчика. Духовку уже поставила разогреваться. Все. Сейчас защипну и в духовку. Достала я пиццу. Перед минуточек за 5 положила туда сыр. А у меня пицца получилась. И вот, наверное, где более темная, это вот эта с луком часть. А где более такая светленькая, это без лука. В общем, вот такая у меня получилась пицца. Конечно, можно ее крайчики помазать маслицем сливочным. Но она и так жирненькая у нас от майонеза. Ой, так, аккуратно надо. Хотела сесть, и не будем садиться. Тонюсенькая, ломается, тонюсенькая, хрустящая пицца. Она вот поглощается, как семечки. Быстро раз-раз-раз-раз-раз-раз. Постынет. И с компотом, с утрешним. Так. Такая. Вот такая. Собираю второй сладкий пирожок. Решила поэкспериментировать и добавить первым слоем сметану. То есть довольно-таки много хочу добавить сметаны. Посыпать ее песочком. Потом сверху, у меня не очень много. Смотрите, как растаяла малинка. Там и желтая, и красная. Вот с нее вытекло вот столько сока. Такая малинка. И сверху бросить малинку. И снова посыпать песочком. Потому что своя малина, она тоже не очень сладкая. Все, готов. Но малинки оказалось не так много. Пришлось вот эти проплешины. Решила я как бы закрыть бананчиком. И один бананчик, в общем. Вот в таком виде. Ну как, Леня, пирог? Ну? Вкусно. Только все это вкусненько. Ну чего скажешь-то? Очень вкусненько? Или так средненько вкусненько? Нет, вкусненько. Вот, а у меня вышел из духовки второй пирог. Я буду резать. Вот только тут что-то черненькое вот здесь. Что-то черненькое. Пупочка черненькая. Такой у тебя получился, вот такой. А красавец, красивый такой. А, кокосовая вода. Не знаю, мне не нравится. Мне не нравится. Надо, конечно, чтобы он остыл, начала резать-то. Надо, чтобы он остыл.